Здравствуйте, мои неимоверные благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Хотите знать, кто постоянно думает о вас? Давайте смотреть здесь и сейчас. Смотрите, как здесь думает о вас человек из прошлого. Это мужчина. Мужчина очень горячий, мужчина очень страстный, мужчина очень красивый, мужчина очень, знаете, такой вот упертый. Если у него есть желание, если у него есть стремление, все, он к нему идет. Вижу цель, не вижу препятствий. Мужчина горячий, мужчина тот, который, знаете, у вас буквально, вы знаете его однозначно по карте шестерка пентаклей, это карта прошлого. Мужчина вызывает у вас жар внутренний, огонь, и вы не можете, знаете, не понять, о ком идет речь, потому что такие ощущения вы испытываете только с ним. Мужчина очень стабильный, занимается либо же работает где-то в государственных органах, либо же у него свой бизнес, который он развивает, очень красивое телосложение, возможно, занимается спортом, либо же по жизни. Да, вот сам по себе от рождения очень красиво сложен. Ну что же, узнали? Пишите, принимаю, благодарю, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.